с вами Игорь, мы продолжаем играть Skyrim. Special Edition на легенде. Я, ребят, решил попробовать дом доделать, что мне тут осталось. И, соответственно, собрал вообще все, поэтому давайте посмотрим вместе со мной. Что мы можем доделать, что мы не можем доделать, чего нам не хватает, я не очень пойму. Глянем, короче. Так. Так, понятно, а тут что такое? Маленькие рога, клык саблезуба, большие рога. Так, вот аметист, амулет Акатоши у меня есть. Амулет Аркея не хватает, соответственно, амулетов не хватает, да? Золотые слитки мне, ну понятно, надо, короче, амулет. Но вот этот я могу сделать. Что Акатоши у меня есть, и безупречный аметист надо взять, окей. Здесь, так, еще клыки, рога, что-то еще. Еще раз давайте посмотрим. Ну да, двое рог, маленькие, большие клыки. Клыки, причем, мне кажется, у меня разве нету? Клыки. Разве не алхимия? Так, что здесь? Алхимическая лаборатория, ну давайте. И краба мы можем сделать, отлично. Здесь мы с вами все, ребят, доделали, получается, да? Окей, где этот краб? Где-то здесь? Где краб? Кто-нибудь видит краба, которого я сделал? Я прямо за тобой. Нет, ты, конечно, прямо за мной, Адель, но ты не краб. Окей, я давайте теперь это, так, что еще? В оружейное все сделал. Там, по-моему, в той комнате тоже все сделал. Здесь тоже какой-то клешни чешуи убийцы не хватает. Хитина. И чешуя рыбы убийц. Мне кажется, у меня есть и хитина, и чешуя. Посмотрим сейчас, ребята. Нам все равно вот сюда надо, так что. Ничего страшного, я еще вот эту штуку забыл сделать. Забыл, что тут есть этот. Верстак-то этот. Как он там? Плотницкий верстак. Там хоть пишется, кишется. Окей. Давайте, смотри. Дучи не хватает. Петля, замок. Да. Ничего страшного. Так. Петли мне не хватает и замка. Ну, это я разберусь. Петли не хватает. Так, петли не хватает. Петли не хватает, окей, там разберемся. Здесь что, что-то было, нет? Нет, ну давайте посмотрим, здесь есть хитин и чешуя рыбоубийцы есть у нас, нет, здесь. Внизу же должно быть, чешуя рыбоубийцы у нас есть. Хитин, хитин у нас тоже есть, ребят. Не помню, сколько там надо было, штук 5 возьму. Окей. Все, тут больше ничего нельзя делать. Тут все. Ну почти доделали дом так-то, кроме шуток. Клыки, кстати, тоже у меня тут должны быть, нет? Клык разве не этот? Так, вот клык саблезуба. Тоже штук 5 возьму, потом если что выкину. Так, окей, ребята. Я не буду вырубать, мы с вами все доделаем уже наконец. Ничего страшного, все немного так походим. 2 минуты погоду не испортит. Так, окей. Теперь надо на спальню зайти. Так, спальня, не спальня. Безупречные аметисты и амулет Акатоши взять. Так. А здесь все, собственно говоря, сделали, кстати. Так. А что такое? Это спальня, да, это спальня. Сундучело. Так. Сейф, точнее. Так. Вот амулет Акатоши. Безупречный аметист. Вот безупречный аметист. Отлично, ребята, чё, окей. Давайте посмотрим, можем сделать, нет. Я тебя прикрою. Молодец. Да, мы можем сделать вот это. И святилище Акатоши можем сделать. Замечательно. Замечательно. Давайте заодно преклонимся перед Акатоши.
Все снято, все добавлено. Окей. Так, ну давайте, ребята. Доделаем, наделая петель и все такого. Все такое, давайте. Так. Суки, шкаф. Шкаф, длинный сундук. Теперь у меня гвозди кончились. Да не издевается, у меня же гвоздей было до хрена. Ну что такое, а? Окей, ребята, дубль 3. Теперь ты точно сюда делаем? Да. Поздравляю, мы почти все с вами сделали. Какие-то мрага, да, эти святилища повесить. Отлично. Ну здесь, ребят, давайте доделаем, конечно. Чешуи нам не хватило бы. Надо 4, к сожалению, ладно? Так, друзья, давайте прочитаем книжку. Будет называться вот так вот. Наверное, где вот это? Да. Вернакукус и Бурлор тавит Дромия. Дромия. Тот вечер, когда Холгерд вошел в королевскую ветчину, его лицо было омрачено грустью, когда он заказал кувшин грифа. Его приятель Гаррес и Ксимамара подошли и заговорили с ним, пытаясь проявить заботу. Так. Вроде записываю. Что случилось, Халгерд? Спросил Криомара. Ксиомара, ты пришел позже, чем обычно, вокруг тебя какой-то орел трагедии. Ты потерял деньги или самого близкого или дорогого человека? Не терял никаких денег, скривился Халгерд. Но я только что получил письмо от моего племянника. Мой двоюродный брат Алиох скончался. Вполне естественная смерть от старости, а Алиох был на 10 лет младше меня. Да, это ужасно, но это свидетельствует о том, что нужно использовать все возможности, которые дают тебе жизнь. Ведь никогда не знаешь, когда придет твое время уйти, сказал Гарас, который сидел на одной и той же табуретке в прокуренном углу уже несколько часов. Его беспокойство за собственную судьбу явно не мучило. Жизнь коротка, это аксиома, согласился Ксиомара. Но если ты простишь мне сентиментальность, только немногие из нас думают о том, какое влияние они будут иметь на живущих после смерти. А может быть именно в этом утешение? Да, я уже рассказывал вам историю о Вернакусе и Бурлоре, нет? Кажется, нет, сказал Халгер. Вернакус был Дедра, сказал Ксиомара, вылив несколько капель спиртного в очаг, чтобы погрузиться в правильное настроение. И хотя наша история случилась много-много лет назад, правильнее будет сказать, что Вернакус до сих пор Дедра, поэтому как что есть время для бессмертных Дедра. На самом деле, перебил Гарас, я так понимаю, что упоминание о бессмертии. Я пытаюсь рассказать нашему другу жизнеутверждающую историю в час тяжких раздумий, прорычал Ксиомара. И я не собираюсь провести за этим занятием всю чертову ночь, так что если ты не возражаешь... Вы, скорее всего, никогда не слышали о Вернакусе, сказал Ксиомара, временно избегая темы бессмертия. Потому что даже в период расцвета его сила и слава он считался ничтожным и в соответствии с высокими стандартами своего времени. Разумеется, отсутствие уважения приводило его в бешенство, и его реакция была вполне типична для младшего Дедра. Он начал кровавую бойню. Скоро пошли слухи, что все деревни Запада Колови – проклятые места, уничтожались целые семьи, разрушались замки, огороды, и поля приводились в такое состояние, что там уже ничего никогда не смогло бы расти. А чтобы обитателям тех деревень жилось совсем весело, Вернакус начал добиваться внимания своей старой знакомой из Обливиона. Это была Дедра-соблазнительница по имени Харавата, и ей доставляло большое удовольствие провоцировать его, чтобы посмотреть, на что он пойдет в своем гневе. «Ты затопил деревню, и это должно было меня впечатлить, по-твоему, фыркала она? Попробуй уничтожить континент, и вот тогда мы с тобой поговорим». Вернакус мог очень сильно разозлиться, но это совершенно не приближало его к уничтожению континента, и вовсе не из-за отсутствия желания. Чтобы противостоять безумной Дедра, нужен был герой, и, к счастью, такой герой нашелся, его звали Бурлор. И ходили слухи, что он получил благословение самой богини Кинарет. Просто было очень сложно найти другое объяснение нереальной точности, которую он всегда демонстрировал, когда брал в руки лук и стрелы. Он никогда не промахивался. Когда он был ребенком, его учителя приходили в бешенство от его невнимательности. Они говорили ему, как поставить ноги, как держать стрелу, как правильно натягивать тетиву, как лучше всего стрелять. Он игнорировал все эти правила, и все равно каким-то образом стрела ловила воздушные потоки и летела прямо в цель. Неважно, двигалась цель или стояла на месте, близко она была или далеко. Его стрела поражала все, что он хотел поразить. Бурлор откликнулся, когда один из деревенских старост пришел молить его о помощи. К счастью, он был отнюдь не великим наездником. К тому моменту, как он добрался до местечка под названием Эвенсакон, о котором его рассказывали, Вернакус уже убил всех, кто там жил. Хароватая наблюдала за этим и периодически зевала. Убить старосту маленького городка нет, такой поступок явно не приблизит тебя к элите. Тебе нужен великий воитель, чтобы ты мог победить его.
Кто-нибудь вроде из Грамора или пеленала Вайт Стрейка. Или она уставилась на фигуру, появившуюся из-за леса, этого парня. А кто он такой, прорычал Вернакус, продолжая терзать тело старосты. Величайший лучник в том реере, он никогда не промахивается. Бурлор поднял лук и начал прицеливаться в Деэдре. Сначала Вернакус хотел рассмеяться, парень не мог даже нормально прицелиться, но у Деэдре был хорошо развит инстинкт самосохранения. Было что-то во взгляде этого паренька, какая-то уверенность, которая доказывала, что Харавата не лжет. И когда стрела сорвалась с тетивы, Вернакус исчез за завесе пламени. Стрела вонзилась в дерево, Бурлор стоял и смотрел, он промахнулся. В обливине неистовал Вернакус. В обливине неистовал Вернакус, он сбежал от простого смертного. Даже обычный разбойник с большой дороги не поступил бы так. Он ругал себя за слабость и трусость. И решая, что ему делать, подобной ситуации он как-то незаметно оказался на коленях перед одним из самых ужасных дейдрических принцев, Малакбалом. «Я никогда особо на тебя не рассчитывал, Вернакус», — прогремел гигант. «Но сейчас ты доказал мне свою полезность. Ты показал существам Мундуса, что Дейдра сильнее даже благословения богов». Остальные обитатели Обливиона быстренько согласились, они так поступали всегда с точки зрения Малакбала. Дейдра в конечном итоге очень трепетно относится ко всему, что касается побед над смертными героями. Вернакус был провозглашен неуловимым зверем, недостижимым тем, до кого нельзя дотронуться, скорбью Кинарет. В разных уголках Моровинда и Скарима начали строить святилища в его честь. Бурлора, между тем, после такого поражения никто уже не звал спасать деревни. Его сердце было разбито, он так и не смог оправиться после своего промаха. Никогда больше не брал в руки лук и умер через несколько месяцев в одиночестве. Никто по нему не скорбел, никто его не вспомнил. «И ты действительно считаешь, что эта история может меня развеселить?» – недоверчиво спросил Халгерт. «Я слышал, что даже король червей рассказывал более жизнеутверждающие истории». «Подожди», — улыбнулся Ксиомара. «Я же еще не закончил. Целый год Вернакус удовлетворенно наблюдал за тем, как раздуваются легенды о деяниях, и за тем, как его влияние распространяется из Обливиона на весь мир. Он был, кроме того, что труслив и одержим приступом гнева, достаточно ленивым существом. Его последователи рассказывали истории о том, как их хозяин избегал стрел тысячи лучников, проходил по воде Аки по суху, еще много о чем, что ему бы не стоило пытаться осуществить на самом деле». Настоящая история побега от Бурлора была успешно забыта. Плохие новости, как обычно, принесла ему Хуравата. Он наслаждался ее завистью к его растущей репутации, и вот она заявляется к нему и говорит жестокой улыбкой. «На твои святилища нападает. Кто осмелился?» – зарычал он. «Любой, кто проходит мимо, чувствует в себе непреодолимое желание бросить в твое святилище камень», – промурлыкала Хуравата. «Но ведь ты не станешь их и в этом винить. В конце концов, эти святилища представляют того, до кого нельзя дотронуться. Никто не может противиться такому соблазну». Вернакус помчался через пространство в мир Мундуса и увидел, что она не лгала. Одно из его святилищ на западе Калови в данный момент было окружено солдатами, которые с явным удовольствием закидывали его камнями. Его последователи прятались внутри и молили о чуде. Он немедленно возник перед наемниками, гнев его был поистине ужасен. Но они успели убежать в леса, прежде чем он успел убить хотя бы одного из них. Сорян. Его последователи бросились открывать дверь святилища и упали на колени в радостях и страхе. Его гнев потихоньку улетучился, а потом его ударил камень. Затем еще один. Он повернулся, чтобы увидеть нападающих, но в воздухе неожиданно засветили десятки камней. Вернакус не видел их, но слышал, как наемники в лесах смеются. Один сказал, оно даже не пытается вернуться. Но в него невозможно не попасть, загоготал другой. Заревев от унижения, Дейдра ворвался в святилище, преследуемый градом булыжников. Один из камней ударил по двери, закрывавшейся за ним. И дверь ударила его по спине, его лицо перекосилось, гнев и замешательство исчезли, осталась только боль. Он затрясся и повернулся к своим последователям, которые прятались по углам. Их вера подверглась серьезному испытанию. «Где вы брали дерево на строительство этого святилища?» – простонал Вернакус. «Из рощи около деревни Венсакан», – сообщил ему высший жрец. Вернакус кивнул и упал, демонстрируя всем глубокую рану в спине. Из щепки, которая выскочила из двери и попала ему в спину, торчал заржавевший наконечник стрелы. Дейдра исчез в облако пыли. Исчез в облаке пыли. Так, окей. Все святилища были заброшены вскоре после этого. Хотя Вернакус ненадолго возродился в качестве духа покровителя, ограничений и немощи, прежде чем навечно исчезнуть из памяти людей и из этого мира. Легенда о Бурлоре так и не стала особо известной, но есть еще люди, которые рассказывают ее, например, я. И у нас есть явное преимущество. Мы знаем то, чего не знал сам Великий Лучник на своем смертном одре. Его последняя стрела все же нашла свою цель, да, только... Лучник какого-то хера погиб, а так вообще все замечательно. Ну ладно. Поехали. Поехали. В рассветную зарю, не знаю куда, погнали. Так, ладно. Пешком дойдем, надоело лошадь.
Мне надоели лошади. Так, надо явно погромче сделать. То пока эти дебильные барды орали, я бы сделал голос потише. Поэтому давайте так. А то заколебали. С этой лошади то слазит, то залазит, напрягает реально. Где она? Да, далековато. Ну ладно, что, прогуляемся, бывает. Так, тоже дракон нарисовался. Окей. Блин, где мой лук-то? Хотя давайте Андронах призову. Он будет, может, помогать мне стрелять, что ли? Так, где? Где? Замедление времени, блин, как же неудобно, а? Черный дракон, да, сегодня видел мод на драконов. Типа они шибко сильные, но меня типа бесит, что он на английском, а там надо настройки. На русском, естественно, ни черта нету, блин. Так что это печалит. Давай выпить его. Чё, у меня каждая серия начинается с битвы с драконом. Что за фигня? Все драконы, конечно. Битва это можно относительно назвать, потому что это не битва, а какая-то фигня. Ладно, попробовать что ли потом. Но я, насколько понимаю, тот мод с этого. Тот мод с легендарного Скайрима, где там жуткая хрень была. Ну блин, меня бесит, что он на английском. Мне просто бесит, что она английская. Я не люблю английский. Не люблю я English. Так, ладно. Так, окей. Собрали лутец, погнали дальше. Чё? А, это Майк. Все, ребят, понятно. Ну чё за конь? В смысле, чувак на коне каком-то. Да вы кто такие? Ну это просто имперцы, понятно. О боже, на меня нехило кидаются какие-то лучники в количестве 3 штуки. Господи, мне прям в лоб залепили. Ё-моё, что там происходит? Кто где, не вижу. Кто где, не вижу. Это не наше? Нет, это не наше. Фига себе, мне навтыкали. Все что ли? Блин, жесть. Жесть. Окей. Да бесит. Чё-то как-то... С дальниками воевать не очень. Ну ладно, дубль 2. Чё игра так проседает? Да? Так, вон эти идиотки. Ну окей, давайте Андронах там наконец. Привет! Флупи, привет! Так, это чё? Нет, там надо ближним боем. Надо ближним боем долбануть этих чудаков. Так, окей. Теперь-то мы знаем, что они против нас. Давайте мочить их. О, нифига их там, какого черта? Что там такое, блин? Что там такое, блин? Ё-моё. А, это что ли башня, в которой я был когда-то? Ё-моё, по мне тоже лупят, это нехило печалит. Ну, готово. Так, Адель, мы на тебя надеемся. Сангвин, ты тоже не подкачай. Да дайте мне стрельнуть, блин! Ничего не вижу. Я, блин, сейчас Сангвина попаду. Да господи, они специально меня загораживают, что ли? Так, окей. Ой, тварь по мне фигачит. Ай, я опять сдох, да чтоб тебя, а. Не. Окей. Так, ребята, друзья. Мы должны победить эту банду. Да блин, расположение какое-то неудобное.
Расположение, откровенно говоря, полное говно. Ну да ладно, так. Сангвин. Мы все равно их всех уделаем. Мы все равно их всех уделаем. Так. Да, далеко. Вот надо как-то мне сверху, что ли, позицию занять. И обстреливать этих лучников вонючих. Хреной жопой. Сука, она меня уже увидела? Ну, молодец, что увидела, тебе это не поможет. Попали. Пора падать, родная. Одна готова, сволочь. Вторая, надеюсь, тоже будет. Где он эти? Вот эти у меня ублюдки печалят. Которые что-то все возомнили, блин. Так, готов. Хорош. Ты куда пропала? Так, кто там? Вот еще явно не наша. Эй, ну хватит прятаться за Адель-то. Где эта собака? Вон она. Попал? Нет, попал. Я определенно попал. Хорош. Так. О. Лилиана решила вмешаться в эту кровавую битву. На тебе, сука. Так. Где там еще какая мразь палит? Не вижу. Кто-то палит, блин. Ну там он. Тот, кто палит, это. Ну, запили вон там какие-то твари, блин. Это твари палят. Их не вижу. А вон. Блин, а как Адель там оказалась, вообще не пойму. Это враг или не враг, блин, я не понимаю, как они так быстро туда переместились. Так, ну это точно не наш. Не попал. Куда ты там сползаешь? Сука, как он мне так разворотил, блин, почти грохнул. Ниндзя, блин. Так. Да, ну и зелье восстановления, блин, капец. Чтобы пополнить свои же... Блин, у меня сейчас груда, ё-моё, ну чё такое, а? Так, где это? Нифига не успеваю. Где? Какое-нибудь замедление времени или что-нибудь в этом духе. Надо отбежать отсюда куда-нибудь, где меня не увидят. Блин, где Сангвин? Сангвин, может, ты не поможешь? Блин, он уже там. Так, окей. Ну давай, залезай же, господи, ну... А, боже, опять текстуры Скайрима, как всегда, великолепный просто, блин. Как он меня видит. Блин, опять по мне попал. Как меня бесит этот Робин Гуд. Сука, как меня достал этот Робин Гуд, ей-богу, я не могу уже. Он меня просто замаял уже. Куда от него деваться, блин. Лилиана, сделай что-нибудь с этим ублюдком, он меня надоел, я ничего не успеваю, блин. Твою мать, а. Нет, сейчас опять грохнет эта тварь. Где? 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 Замедление времени есть? Где? Блин, надо уматывать отсюда нафиг. Блин. Да уж, я еще двуручом хочу научиться драться, да конечно. Да сука, ты достал меня, отстань от меня, блин. Господи, придурок. Да реально, что за дебил, а? Грёбаный рейнджер. Куда от него бежать, сука? Блин, невозможно. Охренеть, не встать просто, блин. Капец. Фига не могу сделать, просто задалбливать меня и все, блин. Это меня нету. Говнюк.
Ладно, я уже боль два. Блин, нафига запас сил трачу, кто не знает? Где этот выродок, блин? Так, имперцы подъехали, что ли? Реально, походу, имперцы. Да? И кто? Так, и чё? Ой, этот урод, блин. Вот так вот я вернулся. Чё ты там меня палил, а? Фу, блин, вино взял. Погибель, блин, берем. Вино, блин, нафиг мне это вино, я только от них избавился, от этих вин. Чё у тебя там еще есть? Ладно, берем все. Это вообще баба была какая-то. Да. Изгои недовинченные, блин. Это вот этот мудак был. Так, я тоже продам. И чё вы там? Все? Да, итоги куча. Чё опять? Ладно, все, идем дальше. Это телега валяется с книгами. Скрещенных кинжалов. Такой у меня нет, по-моему. Кольба дракон тоже нет. Легендарный Санкартор у меня есть. Окей. Кто на нас опять напал? Я вижу красную точку. А, тигр. Господи, тигр, тигр. Фус, рода! Что у нас? Что у нас тигр? Тигру, блин. Тигр сдох? Куда собрался? А, ой. Умри, чтоб тебя, сука. Правильно. Правильно. Кто там еще? Покемон что-то там с кем-то. Лилиана, по-моему, глумится. Что она происходит-то? Кого вы там увидели? Лиля, ты че? Кого бьешь? Нафига я олень? Лилиан, ты че? Все, успокойся. Пойдем дальше. Это непонятная фигня с камнями ритуальными, что ли, это вообще охотник. Так понятно, это что-то это явно. Моя недоработка. Ладно, эльфийский лук можно взять, норд какой-то валять. Ай, ну зачем? Блин, забыл. Забыл эту дебильную эти татуировки убрать. Ладно. Это что, просто так тоже нет или что? Что за ритуальная фигня? Давид колокольчик. Куча бабочек. Ну, мы их сопрем, конечно. Больше ничего нет? К чему это вообще? Да, бабочки ко мне. Так. Крыса. Я по Адель попал? Окей. Все. Хорошо. Ладно. Теперь семейство крабов. Понятно, бывает. Ой, какой тройной удар у меня там. Какой-то у меня тройной удар там, по-моему, мне надо хитин. Мне точно надо. Крабовые ноги мне нафиг не нужны. Так. Что, пить есть вроде захотели, да? Все? Не, да, вроде все. Это палатки, ребята, там давайте посмотрим. Вдруг эти палатки агрессивные. Не знаю, что это за палатки. Кто тут живет? Где вообще тоже я не был? Нет, не был. Вон там какая-то странная фигня. Лук. Чего никого нет, что ли? А где люди?
Или они где-нибудь охотятся? Соль сопрем. Соль обязательно сопрем, а чё? Стальная секира, нафиг не нужна. Так, это возьмем. Лососевый стейк тоже сопрем. Ну и ладно, так тут тоже ничего нет, даже зайти не могу. Так, тут чувак бежит, он краб. Опять краб. Блин, не попал. Моя вода. Ой, вода, моя стрела. Я тебя прикрою. Не-не, я понял, что меня прикроют. Показывай дорогу. Стрелу заберу. Мне хоть заприкрывайся. Так, пойдем это. Давайте. А, вот какая-то фигня. Дневник искателя приключений. Меня беспокоят эти нападения на караваны. Мне казалось, там орудуют обычные грабители, но трупы буквально разворованы на куски. Однако никакие хищники не смогли бы одолеть крупный торговый караван. Им не хватило бы мозгов. И пленных волки тоже не берут. Мы нашли тропу в горы. Разобьем лагерь здесь, а на рассвете двинемся в путь. Не знаю, кто или что убил этих людей, но больше такое не повторится. Не знаю, нужен ли мне туда свои мечты. Судя по картине, там что-то есть. Кто там? Оу, голый чувак. Стой. Не попал? Кто пошел? Где же тут дети, да? Ладно, ну и хрен с ним. Бандит Эксплойер. Есть Интернет Эксплойер, это Бандит Эксплойер. Так. Че это такое? Просто или что? Что-то здоровенный водопад. Провал сквозняков. Это кто, собака или волк? Это волк. Который давно не получал на серу, походу, да? Летает или? Где он там, все? Ну куда ты? А, вот. Вот он. Провал сквозняков. Че, я что-то тут должен найти, нет? Почему рыба плавает по воздуху? Никто не в курсе. Чуть такое. Это нормально вообще? Всегда, блин, что-то новое в Скайриме. Так, понятно, провал сквозняков, так это пещера. Окей. Тут есть что-нибудь? Не хочу намокать. Нафиг. Поехали дальше. Кто это тело? Что это такое? Ты воевать будешь, нет? Ни шагу больше. Ладно. Не хочет, не надо, не будем мешать. Пока что не надо. Не то, что не надо, пусть как бы отдыхает, он ничего не сделал, что такого-то. Я вижу паучка. А ну, умри! Господи, я думал, он мне. Ну, блин, начинается. Ладно. Это охотник? Это наемник? А это кто? Это тоже наемник. Так, а нам куда? Так, ладно, давайте заберемся. Давайте. Да уж, пару камней-то пройти, то проблема. Где эта сука? Вот она. Так, погодите. Пуск, руда! Все, что ли? Нет, еще не все, блин. Еще не все, не все, наверное. Не все, надеюсь. Окей. Да сука, она достала. Что это за яд, блин, это невозможно. Так, где? Отсюда, блин, это невозможно. Жесть какая-то. Они меня дамажат, как будто меня нету, блин. Где эта тварь? Вон она. Где эта сволочь? Это жесть, у меня вроде доспехи у меня нормальные. Какого хрена меня так лупят? По крайней мере, по меркам, которые были у меня, это сильнее броня. Меня в той так не калашматили. Хотя, может, а не, она послабее. Ну, там на десяточку она послабее. Блин, это жесть. Меня достал. Где сангвин?
Сангвин легко решает такие проблемы. Блин, не только сангвин, где замедление времени. Ну! Эх ты, сука. Ну чё? Давай. Давайте, давайте. А, ну, ты чё? А ты кто такой? Талмор с кисти ЦР. Блин. Ну и поучела, блин, конечно. Ты только грибая, блин. Ладно. Чё они тут встали, не пойму. Талмарский юстициар. Эти идиоты впрямь дерутся. Какие идиоты? Я ставлю на Громилу. Что происходит? Посмотри, мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных, их искусство и их сердец. Ну, ёперный театр. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Да они мудаки, что не знала, что ли? Люди, ёпт. Верни мне мой знак, и, возможно, я приведу тебя к твоей судьбе. На. Яйцо. Ну, бля, мы полетели куда-то. Настало время возвратить мое сияние в Скайрим. Но символ моей правды погребен в руинах моего некогда. Ты, сука, меня вниз спусти, блин, мать твою. Оскверненного ныне мирской тьмой, заполонившей его. Окей. Некромант Малкаран оскверняет мой храм нечистым колдовством, принуждая потерянные души войны служить себе. Хуже того, силу для своих преступлений он берет из моего источника. Я понял. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь спусти меня, женщина, и уничтожишь осквернителя. Блин, охренеть, как высоко. Чё там за артефакт? Смертные зовут его сиянием рассвета. Ибо он был выкован в священном свете, который обрушивается на моих врагов, выжигая нечистую ложную жизнь. Ты войдешь в мой храм, уничтожишь Малкарана и получишь этот могучий клинок. Ну, я понял. Окей, погнал. Я сделаю это. Конечно, о, моя госпожа очередная, я видимо. Приказала тебе. Да, я понял. Теперь ступай. Нужно вернуть артефакт и уничтожить Малкарана. Ты меня спусти, блин. Малкаран заставил ворота закрыться. Но это мой храм. И он повинуется моей воле. Окей, босс. Я пошлю луч света. Проведи этот свет через мой храм, и его двери отворятся. Ты, сука, меня проведи вниз. Воу, смотрите, как страхованах. Фу. Чё опять-то, господи, достали в этом месте. Пожить спокойно. Кто на меня? Кто это? Не бежал? А, нет, мне надо это. Кто там? Воу. Ты чё? Убогий член культа, блин. Давайте качать эбонит. Мирак, да поможет мне! А чё тебе уже не поможет? Все? Они же обычно по трое ходят, нет? Так. Обычно берем. Блин, это сволочь. А где вход? Это? А, я как раз спрыгнул. Окей. Погнали. Пойдемте. И чё? Блин. Когда мне уровень дадут? Где мне уровень посмотреть?
Да, блин, не то смотрю. Ладно, придется походу это. Ну давайте посмотрим, что это за проект. Может, получится это. Какие лошади, господи, свет мне дайте. О. Оскверненное тело. Ох. Я уже забыл, как. Давайте посмотрим. Я понял, что что-то надо убить кого-то, как обычно, да? Берите приказ мне войти в развалины Килкрита, уничтожить Малкорона и добыть реликвию Сияния Рассвета. Мне придется провести по развалинам луч света, который откроет для меня путь. Провести свет Меридии сквозь храм. Так, я не понял, нихера. Чё за свет? Ну, надеюсь, пойму в процессе. Пока я никакого света не вижу. Буду ползти. Буду ползти, короче, чё. Так, окей. Блин. Свет, можешь не выключаться? Это реально надоело. Свет, не выключайся. Так, что тут? Что-то есть? Еще одно оскверненное тело. А где то тело, которое все оскверняет-то, я не пойму. А? Ты где тело? Так, ловушки. Нет ловушек. Так, что у нас по карте? Так, налево можно сходить. Ну да, можно. Можно и сходить. Но ё-моё, а. Ладно. Я предусмотрительно накупил отмычек, так что... Так, рычаг. Понятно, тут что такое? Что у нас тут? Какой ненасытный колдун. Всех оскверняет и оскверняет, а. Ты смотри, какой сраный зверь. Ты назад иду? Я не понял, погоди. Погодите. Нет, погоди. Это какая-то тайник, что ли? Так, ну и чё? Есть ловушки? Вроде никаких кнопок идиотских я не вижу. Ну ладно. Так, понятно. Это я не могу это удалить, не могу понять, чё я, блин. Идеальный древний норский меч. Прикольный, но... Судя по урону, говно еще то. Окей, ребятки, пойдемте дальше. Налево, направо или одна хрень? Понятно. Идентичное говно. Окей. Просто... А, вон какой-то свет вижу. Просто кто наши противники, мне интересно. Колдуны? Если колдуны, то мне ловить нечего. Погодите, если колдуны, то это жопа полная. Это надо вот так вот делать. Безжалостной силой, наверное, желательно, если смогу подойти. Так, и чё тут? Так, это просто свет, я думал, это бочка где-то. Она чувствует легкую жажду. Так. Тут было что-то? Мало ли, вдруг было, нет? Нет, вроде ничего не было. Я тут никого не вижу. Вроде никого нет. Что надо делать? А, просто понадобится, сначала посмотрим. Что тут есть? Бабок у них много? Не так много. Ну, по сути, потом, как я 15-30 собираю, блин, то 100 это много, в 3 раза, блин, больше. Ну ладно, вы чувствуете, что согрелись. А я что, мерз? Паутины много. Непонятно от того, что пауки тут должны быть. Или от того, что давно не мыли, а что такое? Это куда-то дальше. Так, ладно, сейчас проведем свет Меридии куда-то. Что я все смотрю, но вроде ничего не вижу. Вроде ничего нету. Понятно. Девочки, хватит меня... Какие-то вы пихательные девочки, блин. Короче, ну ладно, железно походу. А, вон, понятно. Понятно. Это чё? Ничего? Вроде ничего. Окей. А, открылось, понятно. Окей. Противники-то будут, нет? Или только этот Малкоран, или какой-то. Мне это нравится все меньше и меньше. Ой, там какие-то дерьмоеды. Ну ладно, что поделать.
Прозрачная тень. Одного я завалил. Второго я завалил. Но там еще какое-то третье говно. Ага, третья такая же хрень. Они что, подходят? А, он стрелять хотел? Нет. Чувак, стрелять я тебе не дам. Стрелять это не про нас. Ну окей, пока что было легко. Но явно... Вообще фигня какая-то. Так. Пока что было легко. Вообще какая-то... А где эти чуваки, которых я убил? С них ничего не упало мне, что ли? Чё, на карте? Так, на карте направо показывает. Окей, там опять дверь, которая не откроется без путеводной звезды. Так, сначала здесь посмотрим. Чё, обычный камень дуль берем. Подсвечник нафиг не нужен. Тарелка тоже фигня, какая череп. Я так и не понял, зачем. Кубок вроде тоже мне не пригождался еще в игре. Так. Золото. Это что за дверь? Или нам в эту дверь надо? Так, в эту нужен ключ, понятно, значит. Значит... Не знаю, что это значит. Подожди, а там что тогда? Что тут? Ловушек нет? Тоже нужен ключ. Странно. Или отсюда мы придем? Ладно. Я теперь нажрать захотела. Достала женщина, хватит есть. Помидорка. Сыра. Так, что теперь? Какая дверь открылась? Это не открылось, да? И это открылось. Блин. Блин, что-то непонятно. Так, этого я хлопну. Этого тоже хлопнул. Так. Не, ну вообще студия, да, наверху там закрытая дверь. Окей, закрытая, значит, закрытая. Посмотрим, что там, сундук, наверное, что там еще может быть. Нет, вообще что-то ничего нет. Странно, зачем эта фигня такая? Там какой-то тайник. Че? Что было? Ладно, вроде я ничего не вижу. Не знаю, кто не понял, к чему. Я полагаю, туда мы придем, видимо, да? Это как он ничего не было? А, вот. Может, я смотрел. Это что? Ну, там понятно, ладно. Господи, какой противный звук! Ну чё? Нифига? Да, нифига. Окей. Обираем все это дело, ребята. Так. Че, испорченная книга нам не нужна. Так. Ну, короче, собственно... Вроде ничего нету. Пойдем дальше. Так, ловушку вроде тоже не вижу пока. Пока что все довольно-таки... Обычно. Так, что тут у нас? Обычный зал, да, и все. Где-то мы сюда смотрели, нет? Так, погоди. Еще одно скверненное тело. Еще одно. Не, ну бабок до хрена. Реально до хрена. В сравнении с тем, что дают. Временно призывает погоду на ваш выбор. Щит мишень мне нафиг не нужен. Где он там еще что-то? Зелье запаса сил. Хорошо. Кто? А, здорово. Пуст, рода! Давай, дебил. Да ты сдохнешь, нет? Сдох, а это... Где мои идиотки-то две? Эй!
А чё, в одно рыло должен проводить всё? Чё-то я их не вижу. Ладно, буду надеяться, что с ним всё нормально. Да? Иначе меня это не радует. Так, окей. Золото. Чё тут есть что-нибудь? Чё это такое? Есть что-нибудь? Ну, просто кусты. Кусты без всего? Там, кстати, ещё какой-то дегенерат. А где мои-то реально? Я не понял. Кто я? Чё это было вообще? Не понял. Так, стоп. Где мой этот? Андранахач. Андранахач. Где он? О, бабы подтянули. Блин, он достал по мне. Полить я его не вижу в упор. Чё? Он внизу, блин, я наверху палю. Он внизу, сука. Они там курили, что ли? Я не пойму. Чё их так долго не было? Остались от козлика ни хрена, да? Не, вы сорян. Сорян, ребят, ну что-то я вообще его не видел. Он вверху палит. А он что-то вообще какой-то беспалевный. Так. Я не пойму, у него в другую сторону. Ну да, вроде, значит, здесь должен быть рычаг. По логике вещей. Логика, она ж такая. Ага, рычаг. Ну да, не спрашивайте, как я догадался, да? Это было жесть, как сложно. Легкий, опять щит какой-то. Говнощит какие-то, блин, ладно. Давайте езжать на эту. Блин, я на ту кнопку нажал перебежать, она даже так перепрыгнула, прикиньте. Малый прикол. Ничего не. Окей. Идеально зелень. Тихо. Золото берем. Балкон Килтрита. Балкон так балкон. Ого. Ого. Вот это да. Да, не говори. Вот это хрень. Так, ну не пойму, куда идти, блин. Так, ладно, надеюсь, разберусь, куда идти. А что такое? Ничего? Нет, вроде ничего. Да, девчата! Да лучше я мужиком был. Нафиг я женского персонажа сделал, когда такие бабы красивые? Кто же мог подумать-то? Я тебя прикрою. Черт. Черт! Ты себя прикрой. Блин, ну все-таки противников что-то маловато. Кстати, себе кольцо взлома сделать, чтобы им пользоваться, когда сундуки открываешь. Я-то чисто теоретически могу, конечно, сколько угодно колец надеть, но я, блин, не хочу. Я типа одну направо, одну налево, все по-честному. Так, что это? Это сережки, что ли? Я не могу понять. Ну, видимо, да, ну-ка давайте возьмем. Вимерский меч, золото. Ладно, да. Ну, две мирские мечи, нахрен он мне нужен. Ладно, давайте возьмем. Что у меня с весом? С весом-то сейчас нормально. Ну, у меня с весом вообще отлично. Так. А мне туда вниз не надо было, а сюда вот. Или чё? Давайте пойдемте здесь. Я же тут заберусь, надеюсь. Да, заберусь. Ну, окей, давайте посмотрим, что здесь ради интереса. Может, 500 дуг заныкали? Нет? Ничего не заныкали? Ладно, походу тут, ну ладно, вдруг я полметра не дошел. Не, походу это. Походу, ребята, хрен. Ничего тут нету. Может, если и есть, то я дальше что-то идти я не хочу. Что-то как-то неохота. Эй, эй! Хочу забраться. Окей.
Пойдемте дальше, посмотрим, что есть. Я прям за тобой. Ты прям молодец. Так, а тут что, ничего? Окей. Руины Килкрита. Так, дамы и господа, идем дальше. Окей, блин, надо это... Было Лилиане дать факел. Надо было Лилиане дать факел. Что тут происходит? А тут все довольно обычно, как я уже для этого говорил. Так, что? Я же в новое место пришел. Да, в новое. Так, мало ли. Да, он, это вот он, наверное, чуваков, короче, напоубивал и вот этих хрени тупо насоздавал, как я понимаю. Или я что-то неправильно понимаю. Похоже на то вообще. Что это, души солдат, типа, или тень солдат, не знаю, как правильно. Так. Понятно, нам сюда. Дверь, естественно, закрытая. Нужен ключ. Окей. О, все. Крепкий. Крепкий, когда видят, крепкий. Ладно, девочки, закончат. Девчата закончили. Че такое? Фу, блин, нахер я взял горшок? Я че, дебил? Я думал, он это, типа, откроется или она рукой залезет, поковыряет в нем что-нибудь. Кольцо с изумрудом берем. Так, безупречный аметист берем. Так, это же ничего. Это... Ну, да, видимо, она реально. Скорее всего, ли она, или он, кто там, маломаломарит, или как его, гайморит. Как там этого дебила звали. Так, окей, что тут еще что-то есть? Там наверху, походу, кто-то ходит. Судя по звукам. Как наверх? А, вон. Понятно. Этого я обыскал? Нет, не обыскал. Чего-то я его не обыскал. Так, пойдем наверх, ребята. Пойдемте наверх. Где он? Так, что тут у них есть? Это что? Тоже нужен ключ. Везде нужны ключи, блин. Так, ладно, ничего, допустим. Так, а эта дверь открылась. Хорошо. Какой-то обход. Ага. О, понесся. Куда понесся? Свали. Тройной удар, до свидания. А, боже, как по ушам это говно бьет. Господи, хватит. Вот, видите, вот эту фигню. 2 золота, 3 золота. Что там можно накопить? Что такое? Так, ладно. Видимо, нам сюда. Так, это мне не надо. Это мне не надо. Это тоже. Это мы берем, идеально, зелья магии. Сундук. Так, нет, сорян. Двуручный стальной меч мне нафиг не уперся. Так, окей. Окей, я ж не ноду тебе выбросил на двери. Нет. Это чё? Оу. Ни хрена себе мне долбануло. Я же убрал ловушку, чё за фигня? Нафига тогда я ее обнаружил? Нехило, блин. Нехило прикурило. А что? Отдельная комната? Да. Ну, бабло. Так. О, урна. Железные сапоги, зелье меткости, зелье лечения. Сейф. Метис золот. Ничего такого. Золото, вихревой разлом. Создаешь штормовой портал на 50 секунд и всех. Активно 2 портала, подходящих к любому из порталов цели, будут перемещены и получат 50 единиц урона здоровья и магии. Куда перемещены? Случайное место или что хоть бы дописали? Перемещены, блин.
И чё, что-нибудь перемещены? Так и чё? Больше... А, нет, тут какой-то ещё проход, походу. Ещё одна растяжка для идиотов. Ой. Всё? Это зачем? Непонятно. А, ну мы с другой стороны вышли, отлично. Чё? Нам не надо ничего больше? Это что такое? Просто? Просто? Вроде, да? Ну ладно. Просто так просто. Так, окей. Просто как... Так, это что? Что? О! С луком и яйцами, но не пирожок, да? Так, понятно. Что, вообще куда-то забрел я, блин? Что у меня стрела отскочила моя от него? Так, понятно. Понятно, понятно. Битва Красной горы. Не читали, значит, забираем. Идеальное зелье лечения. Замечательно. Новичок, сундук. В смысле, сундук обычный, новичок, замок. Так, великомендуш, кераса басмеров. Продам. Так, зелье лечения и запаса сил. Тебе ничего не пропустил? Не-а. Вроде ничего. Трон. Так, тут нужен ключ. Что делать-то надо? В эту меридию, что ли, надо? Или что? Как прыгать? Ну, о, фу. Я думал, мы запрыгнем. Я так понимаю, нам надо сюда, да? Так, понятно. Так и думал, что дверь откроется. Так, опять захотели пить. Так, окей, ребята. Что-то я не понял, а это что? Непонятно. Ай, забыл запись включить. Ну ничего страшного, это я всего лишь этого чувака убил, так что не переживайте. О, у них душу можно забирать? Неожиданно. Так. Долгоручный медик. Сука. А, где, блин? Не вижу этих лучников издалека. Я хотя сам лучник. Где он? Вообще в углу был. Готово. А где Лилиана? Где Лилия? Лилиана, ты где? Где она реально? Упала, что ли? Да, она перепрыгнуть не может. Чё ты стоишь-то? Я прямо за тобой. Если вдруг понадоблюсь, я буду дома. Да сейчас прям. С тобой ряд. Ну что ж, идем? Ну так идем. Чё ты тут встал-то? Идем, нет? Я конечно. Так все, отлично. Сильно. Чё он тут стоит? Что, если Лилиану просрать, ее уже не найдешь, мне кажется. Ее консоли уже не призовешь, если вдруг чё. Кто мне напишет ее? Айди. Рабочий. Да никто, блин. Так. Окей. Погнали наверх. Так, еще одно тело. Еще, ребят, одно тело. Так. Я откуда пришел? Оттуда, а там что такое? Так, куда мне идти-то надо? Так, там какая-то кнопка, что ли. Так, давайте посмотрим. А это что такое? Вообще не пойму, там есть что-то? Не поймешь. Не особо понятно, ладно, давайте посмотрим, что тут. Что у нас тут, мы глянем потихонечку, так. Ага. Подозревал я такую херню. Бывает, ну окей. Это было кидалово обычное, понятно. Еще одно тело пропустили. Окей, ребята, пойдем дальше. Так. Что у нас тут?
Чё у нас тут? Погребальные урны берем. Ничего. Золото, понятно. Так. Льняная ткань не нужна. Так, вот какая-то меридия. Там опять зал вернулись? Да, это мы опять зал вернулись. Окей. Окей, ребята. Это было совсем несложно. Ой, сорян, чувак. Тут ничего нет? Все? Пойдемте. А что это меня шибануло, я не понимаю. Не знаю, надеюсь, девочки додумаются. Катакомбы Килкрита, ребят. Ну окей. Хоть не свет врубать, а? Завязывай, чувак. Так, где вражины? Так, что тут у нас? Понятно. Меридия оказалась не такая короткая, как я думал. Я думал, это последний зал. Нет, нифига. Ну, в смысле, придем, все. Враги, драконья стена, как обычно, нет? Так, ладно. Обыскиваем сначала. Зелья, магии, сундуки. Вообще, так подумать, игра состоит только из лута, короче, в основном. По крайней мере, эта серия. В основном лут и ходьба. Там, 5 противников убьешь за всю игру, но так-то не очень. В смысле, в самой этой. Как его не увидел вообще. Железный кинжал. Ладно, погнали. Окей. Так. Идем дальше. Пойдемте дальше. Так. Что-то там что? Что-то нашлось или что, не понял? Лилиана, тебе все время что-то не нравится, уже заметил. О, а вот и туловище. Окей. Вот какое-то тело. Но поскольку я понимаю, он маг, надо тогда смазать лук наш чем-то. Наверное, да? Хотел весь яд продать, так и не продал ни хрена. Так. Чего-то посильнее-то. О. Вот такая фигня пойдет. Если сдохнем с одного удара, будет реально смешно. Ну, почти с одного, блин. С двух. Но чуваков, ребят, тут прилично. Сдохни. Да-да, сейчас, обязательно. Гуляйте, блин, идиоты. В ухо хочешь, а? Ну, ушел. Готов. Я не понял, он что, жив? Я же его грохнул, нет? Я же по нему вдарил, он же сдох, нет? Чего он не сдох, я не понял. Я что-то одно не понял, кого я убил тогда? Он же шлепнулся, как кусок говна. Чего он жив опять? Я крепкая тварь. Так. Попал. Я убью тебя! Готов, сука. А что это? Тени не падают? Опять мало. Там все Малкоран, короче. Вон какой-то Малкоран. Он, короче, перемещается, что ли. Или что, что-то возьми. Хрен поймешь. Так, ладно. Все кончено. Отступник повержен. Сними сияние рассвета с пьедестала. Да, погоди ты, блин. Тут еще отступник не отступает никак что-то. Не пойму. У него жизнь еще убавляется, нет? Че с ними, я не пойму. Ты сдохнешь, нет, дебил. Че он просто стоит? Я могу ноды типа качать. Господи, можно этот звук как-то заткнуть, а? О боже. И чё? Ё-моё. И чё? Эй, ау! Я ещё не обобрал ту эту фигню. Блин. Чё за фигня? Малкоран мёртв.
Мертвые Скайрима обретут покой. Все так, как должно быть. Благодаря тебе. Спасибо. Занимается новый день, и ты станешь его глашатаем. Возьми сияние рассвета, и с ним выжигай злодейство в темных уголках мира. Владей им от моего имени, и мое влияние вырастет. О да, я использую меч, чтобы прославить тебя. Пусть свет уверенности ведет тебя. О да, спасибо. Теперь верните меня лутать. А, ну понятно. А, нет, она нас обратно вернула. Куда она меня вернула? Блин, ну что за фигня-то? Я все еще здесь. Потому что это какая-то хрень. Надо все забрать. Надо убить это чмо. Выше головы. Умирает, нет? Я не пойму. Не вижу, нифига кого я бью. Давай. Битва, мягко говоря, странная. Я просто... Что я делаю? Бью! Блин, нет. Да ладно. Не пойму, вообще можно убить, нет? Да, что-то мне там убавляет. Берегись! Три дикие... Ой! Сорян. Нифига я. Три дикие бабы. Ну вообще убьем когда-нибудь? Это за косяк. Ладно, паузу. Почти убили. Ну что, он сдохнет, нет? Все? Все. Слава богу, давайте отбирать теперь. Теперь отбирать, ребята, давайте. Будем обыскивать тела. Тел тут до хрена. Не, ну конечно нормально. Откуда я должен был узнать, что меня тут не оставят? Вообще взяла меня, уперла, а мне вот как будто охота назад бежать, да? Не-не-не-не-не. Нифига подобного, мне лень. Так, подожди. Так, все. Ну, тут, ну вот это погребальные урны уж. 5 копеек, что нам не брать-то? Тут какие-нибудь кольца положили, что ли? Хотя ладно, тут и так нормально. По соточке нагребаем, косарь-то соберем. Крепко зелья магии. Окей, окей. Да уйди ты, что ты прилип ко мне. Так того еще не обобрали. Так, а тут я вроде всех обобрал, а что? Вроде все, все, больше ничего. Окей. Нет, вот еще. Вот еще. Окей. Миссия выполнена, ребята. Я тебя прикрою. Замечательно. Одну вижу, где вторая? Эй! Чё за фигня, а? Ну ё-моё! Чё там у нас? Дельфина. А, я ещё с дельфином в Ривервуде не встречался. Так, чё это, где вот? А что такое вообще? Что за борьба с родителями? Где? Так, понятно, это вообще в другой степи никакой борьбы с родителями у нас не получится. А что? Да где есть что-то, нет? Вообще не вижу, что это такое, что за задание. Окей. Так, Авиничи. Вот тут что-то, по-моему, где-то было какое-то слово. А вот оно слово. Блин, жесть. Мне надо было сразу сюда идти. Ну, понятно, чё. Поехали мы, ребят, мочить местного вождя. Вот он, какой-то плод друадах. Погнали. Кстати, ребята, давайте прям уровень. Да? Ой. Сейчас отскочим чуть-чуть. Вот, на поляночку. И что-нибудь качнем.
Так, что там у нас есть? Тьфу, блин. Не понял. Блин, я уровень прокачал на том чуваке, все понятно. Ладно, окей. Это чучелозавры бьются. Кто этот динозавр, блин? Может, могу его с помощью нода типа бить? Че нода типа качать? Ладно, давайте. Так. Так вот и замедление времени, блин. Лук по привычке взял. Где тут чё? Кто это такие? Хера, чё это за морды? Там нереальные крысы? Готов. Кого они лупят-то? Всё? Будет ещё один. А я не успел. Не успел! Ну ладно. Не успел, так не успел. Чё поделать? Кто успел, тот и съел. Давай, давай, давай. Набираем. А чё это за покемон-то был? Вантервультер. А, понятно. Это был этот... Господи. Ну, волчары эти, оборотни, блин, господи. Оборотня не было. Так, чё тут есть? Чё-то нет? Ничего, или я тут был? Вроде не был. Ну, Андронах, свали, а. Так, где моя лошадь? Где моя лошадь, чувак? Кто там опять гонит? Непонятно кто. Давай, давай, подберёмся. О, ниндзя. Фига себе, один удар? Ну что, я ещё жив? Я ещё жив, нет? Я могу что-то сделать с этим? Где... Где здоровье? Да, я еще могу что-то сделать. Так, я не понял. А где это-то? Замедление. Я так и не пойму, что делает нодать, а? Нифига меня лупят. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Господи, вот сучка драная, а. Страшно умирать. Сука, а. Тварь еще меня и догоняет. Эта тварь меня еще и догоняет. Ой, не-не, где? Так, нет, давайте еще с нодочкой побегаем. Так, это Лилиана лупит. Кто там, где, не вижу, нифига. Вот он, черт. Если придется, я тебя убью. Давай. Да, конечно, надо лупить здесь. Просто забило, блин. Просто забило. Блин, сука, почему по мне-то всегда только лупят, я не пойму. Блин, бесит тут эта фигня, а. Блин, тваринская. Уровень дали. Уровень дали, наконец-то. Не, ну это какой-то кошмар, конечно. Как вообще двуча качать? Я, наверное, должен в тяжелухе ходить, да? Я понимаю, блин. Всякая фигня. Че это? Плод Брюсы, блин. Все-таки приперся в эту Брюсу вонючую. Блин, сука, ладно, давайте. Где? Он попеть по мне попал. Готов, блин. Леопадель хлопнул. Блин, на это невозможно. Блин, я сейчас замочу всех этих тварей, блин. Чё такое, я не понял. Ч
Что за регенерация здоровья произошла? Тут не объяснит? Ладно, я ни хрена не понял, что это было, но ладно. Стой, тварь! Готов, где еще одна? Кто там, где, блин? Так, это Лилиана. Все? Блин, я что-то не понял, что за регенерация у меня была. Ладно, не буду даже разбираться. Я что-то ничего не понял. Пусть будет так. Фиг с ним. Ну да. Ну в легкой броне, походу, нельзя вообще высовываться. Ну, в чем тогда смысл брони, если она ничего сделать не может? Ладно, поскакали дальше. Это что за сборище, блин? Враги или нет? Кто это? Не понял. Мне с тобой не справиться. Да, сука, реально враги. Че они на меня никак не реагируют? О, боже. Че они на меня никак не реагировали-то? Так, окей, там будем делать что-нибудь. Блин, дебилизм. Где он? Видел, точнее. Жесть, это что такое? Шутка юмора, блин. Интересное кино. Какого черта? Они такие крепкие, блин. Одна шлюха готова. Окей, а с этой что не так? Чё она вообще-то это? Ничего не отнимает, что у неё? Чё не пойму, блин. Ладно, с волками мы быстро разберёмся. Блин. Да, господин будет вообще рад, если они все сдохнут. Что это такое, блин? Так, мне надо, походу, в полет эту женщину отправить. Так. Сорян. Ну. Ой, это не она была. Так кто? Блин, сука! Смотри, что творит, а? Ты чуть меня не прихлопнула. Блин. Не различишь этих ублюдков черномазых. Все грязные, не поймешь, блин. Кто из них, блин, кто? Завалили? Вот завалили, а? Черномазу и завалили. Сука, блин. Так, окей. Кто там еще где, господи? А, лошади насрать, как обычно. Смотри, они втроем его лупят, ее хоть бы хрен, а? Я убью тебя! Че с жизнями в этой фигне, а? Какого черта, блин? Четвером, блин, четвером лупим. Хоть бы хрен. Что это за дела? Что там еще? Не понял. Кто еще-то? Куда он девается? Я сдаюсь! Я сдаюсь! Да сейчас прям. Стой! Оу, все. Отлично. Отлично. Так. Господи, у нее жизни вообще не отнимается. Она реально бесит. Капец.
Блин, я офигею, ребята. Так и чего? Страшно умирать. Что делать с этой овцой? Так, ладно. Я полчаса лупил эту тварь. Наконец-то, блин, жесть. Чё это такое? Я тебя прикрою. Я в курсе. Тяжелая броня из кристалла, опять же. Ну ладно. Нордский бонитовый меч. Ладно, я все заберу с такого трофея. Грех не забрать. Давайте все-таки прокачаем, блин, господи. Опять тут она, что такое? Я не понял, что такое? Очень холодно, блин. Вот черт. Ну ладно. Че там? Так, че бы нам качать? Так, нет, я сначала этот качаю. Качаю бабла. Давайте. О, вкладчика. Вы можете вложить 500 золотых в магазин, чтобы навсегда увеличить на 500 доступно запас золота у владельца. Давайте. А это что? Краденные вещи можно любому торговцу продавать. Ну давайте, да, я вообще вкачаю скупщика, пофиг. Так. У нас кто-то напал? Блин, сука. Как достали вы, а? Под тяжко лупят, блин. Прям как я. И лупят по мне только, блин. Достали. Где они? Не вижу нифига. Я вижу пятно, блин. Да якорный театр. Это краб меня так лупил, что ли? Ё-моё. Вали, дебил. Ангвин, спасай меня срочно. Да. Каких я собрался бандитов мочить, если меня краб мочит? Я чё-то совсем. Чё такое? Сдох, отлично. Так. Всё? Хитин возьмём. Крабовые ноги эти взял, нахрен они мне нужны. Так, вроде, ребят, наконец-то подъезжаем. Наконец-то, наконец-то. Пока не пойму, с какой стороны заезжать, если честно. Вообще, вот здесь где-то дорога типа идет, как я понимаю. Или так как-то, или этак. Дороги никакой особо не видно, конечно, тут. Блин. Хрен поймешь, давайте так напрямую попробуем. Давай, давай. О, смотрите, я забрался на гору. Замечательно. Зачем? Че толку, нафига я сюда залез? А, вот какая-то пещера, блин, оказывается. Или это не пещера? Плод друадов. На меня кто-то напал. Моей бочине, моей лошадью засадили стрелу. Ну слази. Где вот он? Непонятно. Окей. Давайте сангвина сразу. Господи, какая удобная штука этот сангвин. Вообще невероятно просто. Ой, он не разбиться нахрен. Блин, я может это зря сползаю. Сангвин, помоги мне. Где он? А, вот эта тварь. Смотри-ка, пещера. Смотри-ка, рыло. Кто знает, что там внутри. Как я не попал по ней? Фига, она быстрая, увидели? Берегись. Странно, почему она сейчас по мне я не стреляет? На
внимание. Чего? Серьезно? Ты кто такая? Она на моей стороне? А, ну тогда ладно. Сорян. Тогда сорян. Так, окей. Мне туман тут достал. Я правильно иду? Или нет? Вроде да. Осталось найти вход в эту помойку. Получается сюда. А, вот он. А кто по мне тогда палил? Странная баба. Окей. Погнали. Вовнутрь. По-моему, по-любому же она по мне палила, сука. Че? Предел снова будет нашим. Я не понял. Предел снова будет нашим. Ураца. Убирайся от меня. Че, я не понял. Кто мне вдарил? И впрямь дерутся. Так я все правильно понял? Да. А это что за хрен? Непонятно, ребята. А? Предел снова будет нашим. Даже не думай. Что происходит? Мне кто-нибудь объяснит, что происходит, ребят? Предел снова будет нашим. Предел снова будет нашим. Предел снова будет... Да, я понял, заткнитесь, придурки. Чем? Эй, ребят, ничего не понял, еще одно... Хотя зачем? Ого, вот это да. Че происходит, блин, мать твою? Предел снова будет нашим. Вот растяжка. Так, давайте выйдем, зайдем заново. Я чуть ничего не понял. Почему они на меня не нападают? Потому что я типа с мадонком дружу за говно. Я тебя прикрою. Да вы обе молодцы. А где эта шлюшандра? Ну-ка. Предел снова будет нашим. Странно, они на меня не нападают. Я не могу понять почему. То ли какой-то косяк, то ли я их друг. Надо мне сюда. Ну давай дойдем до конца. Хоть я ничего не понимаю, просто проверим, косяк, не косяк. Косяк, то хрен с ними. У них всех... Здесь оно и начнется. Новое восстание. Мы же что-то путаем, нет? Да. Странно, ребят, странно. Я встретился с Мадонахом. Мы получим свободу! Когда-нибудь. Это значит их база, да? А кого я должен грохнуть, собственно говоря? Не понимаю. Предел снова будет нашим. Да вы затрахали. Предел снова будет нашим. И чё? Я сейчас нападу на него, и мне сразу вот пипец. Растяпа. Что ты делаешь? Прекрати! Ребят, я ничего не могу понять, но выбора нету, как я понимаю. Предел снова будет нашим. Не делай так больше. Последнее предупреждение. Да, ребят, это было 10 из 10. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Что это было за говно? Предел снова будет нашим! А что я могу сделать, раз такое дебильное задание? Что-то насрать как-то смотрю. Ну, давайте. Тогда обыщем все тут. Или что? Ну давайте обыщем, что. Я так понимаю, это маленькая фигня.
Предел снова будет нашим. Он вещает одно и то же говно. Предел снова будет нашим, предел снова будет нашим. Арьергард какой-то. Да. Грустно. Снова будет как-то нашим. Грустно. Предел снова будет нашим. А, боже. Заткнитесь нахрен, господа, блин. Ну ладно, что я могу сделать? Раз такое дерьмо. Я да тебя прикрою. Не пихай ты меня. Предел все снова достал. Будет нашим. Да, ребят. Смотри по сторонам. Не знаю, косяк это или нет, или. Ну, получается, что я их типа друг, им насрать. Но здесь с мадонахами говорить не могу, ни с кем говорить не могу. Просто это их убежище получается. Ну ладно, тем не менее. Миссия выполнена, так что чё переживать? Как говорится, хотя, если честно, конечно, полное дерьмо. Ртутная руда. Давайте соберем ртутную руду. А, ну да, предел снова будет нашим. Предел снова будет нашим. Предел снова будет нашим. Я уже с первого раза все понял. Не поверить. Яблоки возьмем. Капусту возьмем, че, все возьмем тогда. Кто вообще? Фалмер? Че это за морда? Я не могу понять. Фалмер? Ничего нет. Ну, короче, ребят, вот такая вот фигня. Вот такая вот серия тупорылая. Я имею в виду концовка тупорылая абсолютно, как по мне. Предел снова будет нашим. Бред. Все стоят, я убиваю против простых чувака. Ну, а вам что, всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. До скорых встреч тогда, чё. Увидимся.